Здравствуйте, с вами Дарья Лисичкина. Сегодня я покажу вам гимнастику для женщин, гимнастику для женского здоровья. Топ-20 упражнений. Эту гимнастику необходимо делать каждый день. Она комплексная, направлена на различные женские проблемы и в целом направлена на оздоровление женского организма. Сюда вошли упражнения для ног, профилактика варикозного расширения вен, упражнения для мышц тазового дна, упражнения для профилактики опущения внутренних органов. Сюда вошли упражнения для спины, то есть упражнения на красивую осанку, на то, чтобы позвоночник всегда был здоровым, и также упражнения для мышц ягодиц. Итак, эти упражнения необходимо делать каждый день в течение месяца, чтобы увидеть первые результаты. Начнем с мышц ног. Упражнение. Нам необходимо, чтобы кровь в наших ножках не скапливалась внизу, а начала возвращаться обратно. Очень хорошие два упражнения я вам сейчас покажу, для того, чтобы привести свои ножки в порядке после долгого сидячего рабочего дня. Встаньте, ноги на ширине плеч, мы будем подниматься на носочки и перекатываться на пяточки. Раз и два, ноги прямые, три, и в таком темпе четыре, пять, руками для баланса делать движение. Шесть, семь, восемь, девять, десять, еще 20. Раз, два, то носок, то пятка. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. И последние 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 30. Закончили упражнение. Следующее замечательное упражнение вы можете делать даже в середине рабочего дня, когда почувствовали, что затекли ваши ножки. Поднимитесь, пожалуйста, на пальчики, чтобы пятка оторвалась где-то сантиметра на 2 от пола. И силой как бы ударьте пятками на пол. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. Вот встали, сделали это упражнение, вы сразу почувствуете, что ножки чувствуют себя лучше. Берем коврик, переходим к упражнениям на полу. Третье упражнение. Согните, пожалуйста, правую ногу в колени, а левую вытяните вертикально, перпендикулярно полу. Согните ее стопе. Почувствуйте, как вытягивается задняя поверхность бедра. Теперь мы будем вытягивать носочек и сокращать стопу. 30 раз. Раз. И два. Три. Четыре. Пять. Сокращайте стопу. Шесть. До параллели с полом. Семь. Восемь. Девять. Десять. Делайте максимальную амплитуду. Раз. Два. Три, четыре, не сгибайте ножку, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. И раз, еще 10 раз, два, три, вытягиваем, сокращаем, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Поменяйте, пожалуйста, ножку. Левая согнута, правую вертикально, перпендикулярно полу. Сократили ее. И теперь 30 движений. Вытянули, сократили. Раз. И два. Нога прямая. Три. И четыре. Максимальная амплитуда. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Еще 20. Сократили, вытянули. Раз. И два. И три. И четыре. И
5. Не поднимайте ягодицы. 6. И 7. 8. 9. 20. И еще 10 раз. Вытянули, сократили. 1. И 2. И 3. 4. Ножку не опускайте. 5. 6. 7. 8. И еще пару раз. 9. 10. Опустите ножку. Следующее упражнение. Вытяните, пожалуйста, ноги. Поочередно сгибайте их в трех суставах. В тазобедренном, в коленном и в стопе. Раз, два, три, четыре, пять. И кладите расслабленную ножку. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, поясница прижата. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. И чтобы на каждую ножку пришлось 30 раз, нам надо сделать еще 30 раз. Продолжаем. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. 3 сустава. 7. Сгибаем и расслабляем. 8, 9, 10. Поясницу не выгибайте, пожалуйста. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. И еще 10 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Заключительное упражнение для ног и одно из самых полезных профилактики варикоза – это велосипед. Итак, мы будем его делать по одной ноге, а потом поочередно. Так, согните, пожалуйста, правую ножку в колени. Левую вытяните и сократите стопу. Велосипед в одну сторону. Коленочку согнули вверх. Ножку выпрямили. Опустили вдоль пола. Но на пол не кладем. Крутим так 30 раз. 2. Ягодицы прижимаем к полу. 3. То есть сильно их не поднимаем. 4. Как бы отделяем ногу от ягодиц. 5. Спина прижата. 6. Поясница не выгибается. 7. И 8. 9. И работаем. 10. И 1. Обязательно проходите все 3 позиции. 2. Согнули, вытянули, опустили. 3. Согнули, вытянули, опустили. 4. И 5. И 6. И 7. И 8. И 9. Это 20. И еще у нас 10 раз. 1, 2 и 3. Вытягиваем под прямым углом. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И в обратную сторону 30 раз. Ножку вытянули, как будто пяточкой подали по мячику. Согнули и вдоль пола. 1. Также ягодицы на полу. 3. Непрерывно. 4. Все 3 позиции всегда сливаются в одну. И 5. 6. Обязательно выпрямить. Согнуть. Выпрямить. 7. 8. 9. 10. И еще 20. 1. Молодцы. 2. И 3. Стопа сокращена. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Это 20. И последние 10. 1, 2, 3. Ножку прямую ведем. 4. До прямого угла. 5, 6. Молодцы. 7 и 8 и 9.
и 10. Поставили. Работаем с правой ногой. Точно так же. С правой ноги то же самое. Левая согнута в колене, правая в трех суставах. Забелено коленом голеностопным. Колено к груди. Вытянули ножку вдоль пола, но не кладем. 30 раз, проходя эти три позиции. 3. Работаем ножкой. 4. И 5. Обязательно выпрямляем. 6. 7. 8. Вытягиваем ножку через пяточку. 9. Ягодицы не отрываем. 10. И 1. 2. 3. 4. Поясница прижата. 5. 6. 7. 8. 9. Это 20. И еще осталось 10. Раз. Проходите через все три позиции. 2 и 3. Обязательно выпрямляйте ножку. 4. 5. 6. И 7. Ягодицы сильно не поднимайте. 8. 9. И 10. И делаем 30 раз в обратную сторону. Прямая ножка, согнули в колени, вытянули. 1 и 2. Видите сокращенную ножку? 3 до прямого угла. 4. 5. Следите за расслабленной прижатой спиной. 6. 7. Работаем только ножкой. 8. 9. Ножка сокращена в стопе. 10. 1. И вот эти три движения сливаются в 1, 2 и 3, 4. Молодцы. 5, 6. Ведите ножку прямую до угла. 7. До прямого. 8. 9. Это 20. И еще 10. 1. 2. Не поднимайте ягодицы. 3. 4. 5. 6. Еще 4 раза. 7. 8. 9. 10. И поставили ножку. Осталось только сделать велосипед двумя ногами. Поочередно. Начнем с правой ножки. Мы ее сгибаем, а левую вытягиваем. Вот теперь мы имитируем по-настоящему езду на велосипеде. 1 согнута, другая вытянута. 1, 2. Поясница прижата к полу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Не выгибайте поясницу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2. До параллели с полом. 3. Доводим ножку. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Поставили ножки. Сейчас немножечко делаем, вот немножечко, 30 раз в обратную сторону. И на этом мы закончим именно с проработкой ног. Итак, одну вытянули, другую сократили. И теперь двигаем ножками наоборот к себе. 2, 3, 4. Поясница прижата. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. И закончили упражнение. Делая вот этот маленький комплекс для ножек, вы сможете значительно улучшить их состояние уже за месяц. Первое упражнение. Встаньте, пожалуйста, к стене, так, чтобы ваши пятки, ягодицы
и спина касались стены. Пятки, ягодицы и спина. Теперь напрягите, пожалуйста, мышцы ягодиц, мышцы пресса и тазового дна, так, чтобы ягодицы вышли вперед, так выкатились, да? То есть получается, что ягодицы теперь не касаются стены. Задержали эту позицию. Раз, два, три, четыре, пять. И расслабились. И опять напрягли мышцы тазового дна, мышцы ягодиц, мышцы пресса. Выпятили вперед ягодицы. Раз, два, три, четыре, пять. И вернулись в обратное. Опять напрягли ягодицы, мышцы пресса, тазового дна. Держим. Раз, два, три, четыре, пять. Расслабились. Еще пару раз. И вперед бедра. Раз, два, три, четыре, пять. Расслабились. И заключительные. Напрягли ягодицы, мышцы тазового дна, мышцы пресса. Держим. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Переходим на коврик. Для выполнения следующего упражнения для мышц тазового дна вам понадобится мячик. Любой упругий мячик, либо на крайний случай подушка. Но лучше, чтобы все-таки то, что вы будете сжимать, оказывало вам сопротивление. Итак, это очень эффективное упражнение для мышц тазового дна, особенно если его выполнять правильно. Лягте на спину, прижмите поясницу, совмите мячик между коленями. Чтобы включились в работу все мышцы тазового дна, надо одновременно напрягать ягодицы, мышцы брюшного пресса и мышцы влагалища. Напрягать все эти три вида мышц и сжимать мячик. Причем в обратной фазе тоже оказывает сопротивление. То есть вы сжали мячик, а когда в обратной фазе, то есть не просто расслабляться, возвращаемся в обратную фазу через сопротивление, как будто мячик разжимает ваши ноги, а вы не даете ему это сделать. Итак, 30 раз. Напрягая нужные мышцы. Поехали. Сжимаем. Раз. И два. Дыхание спокойное. Три. Четыре. Напрягайте обязательно ягодицы, мышцы брюшного пресса, мышцы влагалища. Шесть. Семь. Обратная фаза также важна. Восемь. Прорабатывайте ее. 9, 10, не торопитесь, еще 20 раз. Раз, два, три, работайте в равномерном темпе, 4, но не быстро, а медленно. 5, 6, 7, каждый раз напрягайте нужные мышцы. 8, 9, 20. Еще 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, еще пару раз, 9, 10. Итак, кончили упражнение, отложили мячик. Итак, следующее упражнение очень полезное для женщин. Это упражнение кошка-собака. Вы, наверное, его знаете. И сейчас мы его выполним. Я расскажу вам об основных моментах, на которые нужно обратить внимание. Значит, упор на колени и на кисти. Кисти под плечами, колени под бедрами. Значит, делаем кошечку, прогибаем спинку. Особенно важно, уделяем внимание, что мы растягиваем поясницу, то есть мышцы от позвоночника тянутся в разные стороны, направо и налево. И от лопаток также, направо и налево. Затем мы делаем собачку и напрягаем поясницу. Здесь у нас мышцы, наоборот, собираются к позвоночнику. То есть мышцы поясницы, и особенно собирайте лопатки. То есть друг к дружке сводим мышцы. Сильно голову не запрокидывайте. Опять делаем кошечку и уходим назад. Отдыхаем. Не двигайте руки, поставьте их уже один раз и до конца упражнения.
Это было раз. Работаем. Кошечка. Собачка. Кошка. Потягушка. Два. Мышцы в стороны. Собрали. В стороны. Это три. И. Кошечка. Собачка. Кошечка. Потягушка. Четыре. Кошечка. Собачка. Кошечка. Потягушка. Пять. И. Кошечка. Собачка. Кошка. Потягушка. Шесть. Кошечка. Собачка. Кошка. Потягушка. Семь. И. Кошка. Собачка. Кошка. Потягушка. Восемь. Кошка. Собачка. Кошка. Потягушка. Девять. И заключительный. Кошка. Собачка. Кошка. Потягушка. Упражнение полезное для женщин – это ныряние под забор. Также это упражнение развивает гибкость и пластику. Два в одном. Как мы его делаем? Представляем, что перед нами на таком невысоком уровне находится небольшая планочка. Да? И мы должны под нее подлезть. Сначала с одной стороны, а затем вернуться. Итак, практически позиция для начала – это вот наша потягушка из предыдущего упражнения. Что мы делаем? Вначале, естественно, мы опускаем грудь, и получается, есть момент, когда ягодицы выше головы. Мы их подныриваем, потом скользим грудью, ягодицы догоняют грудную клетку, мы лежим, и затем вытягиваем руки и прогибаемся. Затем сгибаем локоть, тянемся грудью вперед, 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 и опять ягодицы выше головы, мы возвращаемся назад. Вы готовы? Начинаем. Подлезли под забор. Вынырли в обратную сторону. Это раз. И начали грудная клетка, потом ягодицы. Вынырли и в обратную сторону. Это два. И не работаем в таком темпе. Подлезли и в обратную сторону. Это три. Есть момент, когда грудная клетка ниже ягодиц, потом выше. Это четыре. Вынырнули и обратно. Это пять. И продолжаем. Поднырнули. И в обратную сторону. Это шесть. И под забор. Теперь сгибаем локти, грудью тянемся вдаль. Это семь. И поднырнули. И в обратную сторону. Это восемь. И еще пару раз. Скользим, скользим, скользим. Это девять. И десятый. Подлезли. И в обратную сторону. Выпрямились. Закончили упражнение. Заключительное упражнение для мышц тазового дна комплексное. Одновременно на этом упражнении прорабатывается нижняя часть пресса, также внутренние мышцы бедер. Тут все очень взаимосвязано, одно без другого не укрепляется. Итак, легли на спинку, поясницы прижали, согнули ноги в коленях. Мы будем разводить ноги и сводить. Раз. И два. 30 раз работаем. Три. 4. Поясничка прижата. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Каждый раз напрягайте все мышцы. 2. Ягодицы. Мышцы пресса. 3. 4.
5, 6, 7, 8, 9, 20. Еще 10 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Это первая часть. Затем вытянули ножки, можно тут ложить под ягодицы руки. Если вам очень жестко, мы разводим ножки, сократили стопы. 30 раз сводим. Раз, два, три, ножки прямые, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще 20 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это 20. И еще 10 раз. Раз. И 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 30. Вытянули носочки. Развели ноги. Мы будем делать крест и разводить ножки. Раз. Теперь носочки все время вытянуты. 2, 3, 4, 5. Ножки держим прямыми. 6, 7, 8, 9, 10. Еще 20 раз. Раз, два, три, 4, 5. Не опускайте ножки. 6, 7, 8, 9. Это 20. Еще 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Закончили упражнение. Прижали колени к груди. Еще один маленький нюанс. Последний такой по скриптум для мышц тазового дна. Будем делать круги ногами наружу. Для того, чтобы не было больно спине, подложите, пожалуйста, себе коврик. Сложите его в два раза, чтобы было мягче. Мы сделаем 30 кругов наружу. Если вам тяжело, делайте вначале 10, потом добавляйте по 5 раз, пока не дойдете до 30. Подняли ножки, поясница прижата, развели. Раз. И почти над полом соединили. Два. Опустили и соединили. И работаем. 3. И 4. Поясничку в пол. 5. И 6. Стараемся сильно ее не прогибать. 7, 8, 9 и 10. Для этого напрягаем мышцы пресса. 1, 2 и 3, 4, 5. 8, 9, 20. Еще 10 раз. Раз, два, три,
10. Закончили упражнение. Идем дальше. Сейчас мы сделаем 4 очень полезных упражнения. Эти упражнения растянут вашу спину, ваш позвоночник во всех плоскостях. И вообще они направлены на оздоровление всего вашего организма. Сделайте их по 10 раз. Обязательно попробуйте, даже если они вам покажутся немножко смешными. Они очень полезные. После их выполнения вы будете себя великолепно чувствовать. Так, первое упражнение. Лягте, пожалуйста, на коврик. Ноги на ширине плеч, а в упоре на пальчики. Руки в стороны на уровне груди, опираясь на ладони. Опора на ладони и на пальчики. Руки и ноги абсолютно прямые. Что мы будем делать? Мы будем поднимать ягодицы выше головы, опускаться и слегка, тихонечко запрокидывать голову назад. Так, 10 раз. Делаем в очень медленном темпе, никуда не торопимся. Поехали. Опустились. Голову слегка назад. Это раз. Ягодицы. Голова. Это два. Голова. Это три. Голова. Четыре. Пригибаемся. Пять. Шесть. Еще 4 раза. Ягодицы. Пару раз. Девять. 10. Полежали, отдохнули. Итак, следующее упражнение похоже на предыдущее, но немножко посложнее. Посмотрите вначале, как его выполнять, ну и сделаем его тоже 10 раз. Исходное положение то же самое. Ноги на ширине плеч, руки в стороны, где-то на уровне груди, опора на пальчики ног и рук. Ноги и руки прямые. Мы поднимем ягодицы, положим их слева. При этом правая часть будет на полу. Вернем исходное. Справа. Вернем исходное. Опустим. То есть нужно будет поднять бедра и, сохраняя грудь и плечи прижатыми, бедра опустить налево, направо, вернуть в исходное и положить. Так 10 раз. Следите, что ваша грудная клетка прижата все время. Итак, поехали. Налево, направо. Это раз. Это два. Это три. Это четыре. Это пять. Еще 5 раз. Шесть. Десять. Закончили упражнение. Ну что ж, самое сложное позади. Сейчас мы сделаем упражнение
на расслабление всего позвоночника. Поставьте руки сзади, кисти по направлению стоп. Руки прямые, колени согнуты. Мы будем поднимать себя наверх до момента, пока наша спина не будет параллельно полу. 20 раз достаточно в таком активном темпе. Поехали. Раз. До параллели. Два. Три. Четыре. Наверх. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Ну что ж, молодцы. Осталось заключительное упражнение. Оно не очень сложное, но польза его от этого не уменьшается. Лягте, пожалуйста, на спинку, колени подтяните к груди. Теперь дотронитесь подбородком до колени и задержите эту позицию. Раз, два, три. 4, 5. Расслабьтесь. И раз, два, три, 4, 5. Расслабьтесь. И раз, два, три, 4, 5. Это 3. И раз, два, три, 4, 5. Это 4. И подбородок. Раз, два, три, 4, 5. Это 5. Еще 5 раз. И раз, два, три, 4, 5. 6. И задержали. Раз, два, три, 4, 5. Это 7. И раз, два, три, 4, 5. Это 8. Еще пару раз. И раз, два, три, 4, 5. Это 9. И заключительный. Раз, два, три, 4, 5. Отдохнули. Остались упражнения для ягодиц. Следующее упражнение направлено на укрепление ягодиц и задней поверхности бедер. Это одна из проблемных зон женщины, так как в настоящее время, по крайней мере в России, повышенная гипотинамия, то есть отсутствие движения. И ягодицы, как правило, являются одной из самых проблемных женских зон, поэтому в этот комплекс я включила упражнение для ягодиц. Но понадобится мячик в идеале. Почему? Потому что, выполняя упражнение, мячик является нестабильной опорой, на которой сложнее удерживать баланс. И тем сильнее и эффективнее прорабатываются мышцы. То есть, выполняя те же упражнения с мячиком, мы гораздо эффективнее прорабатываем мышцы. Поначалу вы можете делать эти упражнения без мячика, но я рекомендую вам приобрести себе такой вот замечательный мячик, с которым можно делать упражнения не только на ягодицы. Когда вы делаете первый раз, вы можете сделать либо вообще без мяча, либо с какой-то небольшим возвышением. То есть что-то себе поставьте под ноги. Итак, ложимся на спину. Ножки ставим либо на пол, либо на мячик. Те, кто занимается на мячике, постарайтесь, чтобы сила, опора шла как бы через пятки, больше в мячик. Так будет проще держать баланс. Руки в пол. Мы поднимаем свои ягодицы до прямой линии. Раз. Так работаем 30 раз. Два, три, колени держим вместе. Четыре, пять, зажимаем ягодицы наверху. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще 20 раз. Раз, два, три. 4, наверх, 5, коленочки вместе, 6, верхние точки сжимайте ягодицы, 7, 8, 9
это 20, еще 10 подъемчиков, раз, и 2, 3, и 4, 5, 6, 7, 8, 9, и 30. Тяжелее, опора на одну ножку, другая сверху. И подъемов у нас будет 2 раза меньше. Итак, до прямой линии поднимаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вытяните, пожалуйста, ягодицу, а рабочую ножку положите сверху и колено прижмите к груди. Повторим на другую. Опора на мячик через пяточку. Поднимаем бедра. Раз, два, наверх, три. Четыре. Чувствуем, как напрягаются ягодицы. Пять. И задняя поверхность бедра. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще 5 раз. Раз. Два. Три. Четыре. И заключительный. 5. Растяните, пожалуйста, рабочую ногу. Колено подтягивайте к груди. Меняем ногу. Одна нога выпрямлена, вторая на мяче. Поднимаем бедра от пола. Раз, два, чуть-чуть. Три, четыре. Еще 5 раз. Раз, два, три, четыре, пять. И еще разочек. Потяните рабочую ногу. И выпрямите. Ножку потяните заднюю поверхность. Меняйте, пожалуйста, ногу. Левая нога на мячике, либо на полу. Правая вертикально. Поднимаемся. Раз. Ставим точку на потолке. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, еще 5 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Растяните рабочую ногу, потянем ягодицу, а затем заднюю поверхность. Возьмите за пальчик и выпрямите ножку. Почувствуйте, как растягивается вся задняя поверхность бедра. Закончили упражнение. Итак, одно из эффективных упражнений для ягодиц – это удары пятками. Лягте на живот, ноги в стороны, стопы сокращены. Поднимите ножки. Ударяйте пяточками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сильно соберите пресс. Семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, два. Раз,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Скрестите сильно, напрягайте мышцы живота, чтобы нагрузка не шла на поясничную область. Что мы будем делать? Поднимать ноги, сводить колени, разводить, опускать. Раз. Подняли. 4, развели. 2. И 3. Не опуская ножки, сводим. 4. И работаем. 5. Подняли. 6. 7. Ударите коленочкой о коленочку. 8. Если получится. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 20. Закончили упражнение. Ну, ведь вот весь комплекс, он занимает не так много времени, но направлен на проводку всех важнейших зон, особенно для женщин. Эти упражнения специально для вас, для вашего здоровья, для того, чтобы вы чувствовали себя всегда хорошо и каждым днем оздоравливались. Как я уже сказала, венозное расширение вен, скажем, ему нет. Будем делать профилактику каждый день, поскольку мы много сидим в этом современном мире, мало двигаемся, и необходимо каждый день помогать своим ножкам, чтобы они были красивыми. Это мышцы живота, тазового дна, чтобы мы оставались высокими и вытянутыми, подтянутыми против опущения внутренних органов. Особенно это полезно тем, кто недавно родил. Также наша спина. Наша спина – это здоровье. Да, от этого зависит не только, да, мышцы спины, но и наши внутренние органы. Чем здоровее спина, тем здоровее все тело, весь организм. Да, не пренебрегайте этими упражнениями. И мышцы ягодиц специально для вас, милые женщины, для вашей красоты. Итак, до скорой встречи. С вами была Дарья Лисичкина. Пока!